Мы приглашаем вас в мир комфортной и стильной обуви. В новый сезон с максимальным комфортом для ног. И заботой, конечно же, о вашем здоровье. Абсолютно эксклюзив у меня сейчас в руках от бренда Wilmar. Вот, посмотрите, кстати, эти ботиночки были недавно представлены на международной выставке, которую посетила Мария Никулина. И вот сегодня мы вам их представляем на телеканале Shopping Show эксклюзивно. В других магазинах их просто нет. Давайте встретим их под аплодисменты, ну а Мария Никулина нам расскажет про них. Ну что ж, друзья, действительно, это та пара, которую вы ждали. Эта пара действительно прямо сейчас с выставки посетила наш телемагазин. Друзья, что я сразу хочу отметить? Конечно же, я отмечаю натуральные материалы. Это бренд Кюмфо. Посмотрите, натуральная, премиальная телячья кожа. Вот даже я подготовилась более серьезно. Посмотрите, у меня с вами специально лист натуральной кожи, для того, чтобы мы смогли разглядеть ее, что называется, со всех сторон. Ваша любимая телячья кожа. Дальше, внутри у нас с вами абсолютно идеальный подклад. Натуральная овечья шерсть. Посмотрите на эту стельку. Мягкая, очень комфортная. До минус 15 и минус 20 градусов. Это самый минимальный разбег, который она вас согреет. И, конечно, невероятная подошва. Посмотрите, подошва здесь у нас с вами облегченная. Подошва у нас очень мягкая и гуттаперчевая. А еще подошва у нас с воздушными камерами, для того, чтобы амортизация была максимально правильной. Ну и, конечно же, дизайн. Конечно, вы любите такие очень изящные ботинки. Вы любите европейскую стилистику. Вы любите законченные образы. И бренд Кюмфо услышал вас. Бренд Кюмфо из натуральной кожи, ботинки за 4999 рублей. Это уже зимняя обувь. Но когда вы сейчас приходите в магазин, там нет зимних коллекций. Если точечно где-то уже появляется что-то для зимы, стоит ой-ой-ой, как дорого. Натуральная кожа по 10 тысяч рублей. У нас сегодня отличная цена, минус 47%, но она действует только сегодня. Успейте, с бесплатной доставкой. Давайте выберем ваш цвет. Вот этот цвет, который вы сейчас видите на экране, он таким зеленоватым по тонам, но при заказе светло-коричневый. Запомнили? Так, бежим дальше. Бежим дальше. Смотрите, друзья, это у нас с вами вариант черного цвета в классической коже. Бордовый цвет идет в модификации натурального спилка. Белоснежная кожа. Боже, белый цвет не спадает с подиумов никогда. Дальше у нас с вами черный спилок и модификация коричневого спилка. Друзья, важный момент. Варианты все из натурального материала. То есть вы выбираете или кожу, или натуральный спилок. Прекрасно. Ну что ж, это абсолютный эксклюзив. Эксклюзив, который мы сегодня впервые представляем на телеканале Shopping Show. Дреа, так называются ботинки от линейки Кюмфо. Мы еще дарим вам бесплатную доставку в любой регион России. Мы для вас подбираем все самые лучшие. Ну, ты знаешь, на самом деле, когда я прихожу в магазины и ищу для себя что-нибудь, да, вот для зимы, там все, для меня главный критерий, конечно же, чтобы эта обувь прослужила мне как можно дольше. И моя мама, например, она, как правило, в 90% случаев выбирает для себя только натуральные материалы. Она считает, что они, ну, в эксплуатации более практичны и дольше служить будет. Как ты считаешь, как эксперт? Ты знаешь, я тебе хочу сказать, Олечка, что это абсолютно правильные мысли. И вообще я с твоей мамочкой в этом плане очень согласна, как эксперт и как специалист. Смотрите, тут у нас с вами натуральная кожа. Я напоминаю, что это бренд Кюмфо. Это специальная линейка от бренда Wilmar, которая всегда создает свои коллекции только из натуральных премиальных материалов. Смотрите, в руках у меня специальный толщемер, который как раз-таки используют профессиональные обувщики, чтобы измерять толщину кожи. Я хочу ее замерить и вам прямо сейчас продемонстрировать. Нигде в другом месте вы этого не увидите. Смотрите, у нас с вами здесь толщина 6,5 миллиметров. Это абсолютный стандарт для производства именно зимней обуви. Друзья, поэтому вы получаете максимальное качество, которое одобрено всеми государственными стандартами. И, конечно же, вы получаете полноценную зимнюю пару. Смотрите, две линейки, две молнии подстройки обнажают у нас абсолютно просторную колодку и показывают нам полностью премиальное качество. Натуральная овечья шерсть – это сухое тепло, это здоровье ваших сосудов, это микромассаж, минимум минус 15 градусов, хотя, Олечка, я бы сказала, что минус 20 – это 100%. Отлично, натуральная шерсть внутри – это, конечно, прекрасно. Я помню, раньше, в советское время, когда вообще сложно было зимнюю обувь достать, да? Моя бабушка, может быть, это смешно сейчас будет, но на самом деле все сейчас помнят то сложное время, вычесывала свою собачку и
шерсти, да, собачьей, ну, делала стельки, да, для меня, для моего брата, то есть для всех. Угу. Это, ну, действительно хоть как-то согревало. А здесь, представляете, овечья шерсть, которая будет вас греть без всяких дополнительных носков. Это здорово, это ваше здоровье за 4999 рублей. Тут еще и натуральная кожа, натуральный спилок и максимально выгодная цена с бесплатной доставкой. Белый цвет мы сейчас видим на экране, но у меня сразу к нему много вопросов. Чуть позже задам тебе их. Бордовый цвет, опьяняющий оттенок, очень благородный. Светло-коричневый цвет, под норковый шум почему-то мне представляется, да. Ну и черный цвет, кожаный, прям спортивным образом выглядит. Если у вас спортивный стиль, прям классно. Еще есть черный спилок. Вот такие оттенки приветствуют вас по цене только сегодня. Скидка 47%. А теперь внимание. Белый цвет – это моя мечта. Для зимы особенно. Ну, скажи, пожалуйста, вот светлые оттенки, да и вообще натуральный спилок, насколько это практично в наши российские вот варианты зимы? Реалии, да. Ты знаешь, вообще сразу хочу сказать, что натуральный спилок – это сегмент натуральной кожи. Это второй слой, бахтармяная сторона. Я прямо сейчас хочу вам доказать, что правильный выбор делать именно в сторону спилка. Почему? Потому что он у нас с вами максимально износостойкий. Все натуральные кожи от Q позже в заводских условиях проходит этап жирования. Посмотрите, вода просто скатывается с изделия, она не впитывается в материал. У нас с вами краситель, а точнее сама кожа не потеряла своего цвета, поэтому сегодня я говорю однозначное да, спилку главное перед первым применением обработайте ботинки водоотталкивающим спреем. Он есть в вашем доме, он стоит на вашей полочке абсолютно любым. Ну слушай, какие классные у нас ножки с тобой получились в ботиночках Дрея, правда? И удобно. Супер. Вот, друзья, специально не застегнула до конца, чтобы вы посмотрели, как это удобно, да? Если у вас полненькие ножки, как у меня, например, и еще полней, вот здесь есть специальная молния, которую запас можно отрегулировать в случае необходимости, да? Можно не до конца расстегивать. И с одной, и с внутренней стороны тоже. Так, Маш, ну, на самом деле, такие ботинки, это как палочка-выручалочка, мы чаще всего их надевать и будем, чтобы для каждодневной носки, правильно? Абсолютно, вот. Точно. Но вот цены-то у нас самые выгодные. У нас внутри натуральная шерсть, снаружи натуральная кожа. И всего 4 999 и бесплатная доставка.